Дорогие друзья, нам оказана высокая честь провести сегодня этот концерт. Я с огромным почтением представляю свою ведущую, самую очаровательную ведущую города Омска, дипломанта всероссийского конкурса Ксения Литвинова. Ваши аплодисменты, пожалуйста, друзья. И, конечно, лауреат всероссийского конкурса артистов эстрады Андрей Семененко. Спасибо. Дорогие друзья, нам очень приятно, что в этом зале собрались действительно настоящие ценители авторской песни. И не случайно этот концерт называется «Песни старости». Большую часть песен, которые сегодня будут исполнены, участники ансамбля привезли с фестиваля авторской песни. Со многими авторами они знакомы лично, а с некоторыми из них им посчастливилось стоять на одной сцене. Я думаю, все вы помните телевизионный фестиваль «Песня года», где главным действующим лицом, конечно, была песня. И там отмечались не только исполнители, но также авторы музыки и стихов, потому что успех произведения – это, конечно, совместный результат совместного творчества. Так давайте же попробуем проследить этот путь от автора к исполнителю и понаблюдаем, как происходит это творческое слияние. Художественная ценность и значимость песни всегда во многом зависит от того, как далеко улетела она от своего автора. И вот разлетаются песни по нашей необъятной... Пора в дорогу, старина, подъем пропет. Ведь ты же сам мечтал услышать. Старина, как на заре стучат соломы в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Дожди размоют отпечатки наших кед, загородит дорогу горная стена. Но мы дойдем тебе в полный парапет, и зазвенит бакштаг, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз. Ты слишком долго с ней прощался у двери. Чужим не делает друзей, сливая грусть. И повернуть обратно хочется скорей. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, старик, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно. Что шум приемника, что утренний прибой. Но если трудно разом все перечеркнуть, давай разделим пополам твою печаль. И я когда-то первый раз пускался в путь, и все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пойдем, уже кончается рассвет, ведь ты же сам мечтал услышать, старина. На заре стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Ну что ж, пойдем, уже кончается рассвет, ведь ты же сам мечтал услышать, старина. Как на заре стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Леонид Сергеев был гостем первого Омского фестиваля авторской песни и поэзии «Камертон» в 2014 году. Тогда, в 2014, была заложена традиция встречать гостя фестиваля исполнением его песни. Леонид Сергеев как раз тот автор, который живо откликнулся на задумку и с удовольствием исполнил свою песню вместе с ансамблем. Песня «Сторона моя, сторонушка» звучит в исполнении ансамбля «Камертон». Thank you.
сторона моя сторонушка, братца, что еще я люблю, земля горит, вода вся ледя. А кричи, хоть не кричи. Спасибо. Спасибо, друзья. Вы знаете, всегда...
музыкальная концерта авторской песни отличает интеллигентность аудитории. Поэтому, друзья, спасибо, что вы здесь, в этот прекрасный вечер. Я еще раз прошу, вы друг другу аплодисменты подарите. Спасибо. Эту певицу знают как лауреата международных фестивалей имени Валерия Грушина, дипломанта Всероссийского фестиваля «Санкт-Петербургский аккорд», лауреата Всероссийского фестиваля «Московские окна». Ее песни звучат в отечественных мультфильмах и кинофильмах. Она частый гость многочисленных радио и телевизионных передач. Все это про Раису Мур, гостя многих фестивалей, в том числе Омского. Но хочется еще сказать, каким трогательным и отзывчивым человеком является Раиса. Это человек тонкий, талантливый, с необыкновенным вкусом, чувственностью и тактом. Она один из тех авторов, чьи песни зачаровывают зрителя, потому что наполнены удивительной теплотой и нежностью. Раиса Нур – звезда. Ночь со свежим стогом, август настоял. Звезд на небе много, и одна твоя. Звезд на небе много, и одна твоя. Мы всех какая, как тебя найти? Все равно ты знаешь все мои. Мюзикла «Нордост публика захлопает стоя» можно было предвидеть. Удивительно другое. То же самое происходило на любом представлении «Норд-Оста». Мюзикл изначально обладал каким-то особым духовным зарядом, которым после трагических дней октября 2002 года, кажется, еще усилился. После спектакля хочется, как в детстве, повторять заклинание. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Фестиваль с успехом прошел в городе Новосибирске, собрав сотни людей. Почетным гостем фестиваля стал Алексей Иващенко, внимание у которого было представлено в том числе выступление ансамбля «Камертон» с несколькими номерами из мюзикла «Норд-Ост». Дуэт Кати и Саши под ваши аплодисменты. Thank you.
сердце скучит, и в горле комок, как много ты сказать хотел, но снова не смог. Хватит молчать, смей. Высвечивать ее недостатки с доброй иронией. Концов мне не
восьмым лесом. Твой билет при мне. Билет не надо. Мне бы отметочку. Потом. Так не сюда. Как ты разберусь, да? Так я пройду. Конечно, нет. Но почему? Во всем со здоровью. Да я там был. Сейчас ответ. Нельзя же так на веру, нельзя же так без смеры. Должны быть аргументы и численный расчет. Во всем должна быть мера, на все должно быть вето. С печатью документы, порядок и учет. Порядок и учет. О, как же он? Вот это да. А я 3 дня хожу по коридору, и тоже срочная нужда. А вы потише, вы здесь не шумите. Нет, я нарушу ваш покой. Вы кто такой? Не говорите, тяните. Да вы. Вы кто такой? Меня зовут Григорьев Александр. Живу я на вокзале, я круглый сирота. Yeah.
Составляет значительную часть репертуара ансамбля «Камертон». Кстати, надо заметить, что в творческой биографии ансамбля есть заочное знакомство с дочерью Юрия Иосифовича Татьяной Висбор, журналистов, радиоведущей, которая в эфире «Радио России» в своей передаче транслировала песни Юрия Висбора в исполнении ансамбля. А в этом году на фестивале в Астане «Камертон» познакомился с внуком Юрия Висбора, Юрием Висбором-младшим, одаренным музыкантом. Блестяще исполняя современные песни, Юра, не забывая, замечательно исполняет песни знаменитого деда. Песня Юрия Висбора-старшего «А зима будет большая» звучит в исполнении ансамбля «Камертон». А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой, осень тихо умирая, машет желтою рукой, плачут мокрые осенние. Плачет синяя росынка, превратившись в листопад, и сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая. Объединила на нашей сцене и профессиональных музыкантов со стажем и любителей. Наталья Ступникова, которую вы сейчас услышите, занимается этим жанром всего пару месяцев. И делает это с большим удовольствием. Для вас она исполняет песню Евгения Клячкина «Вода». Знакома радость, но и горько режет.
Просыпайся, душа.
снегу слышно столбе. Поднимайся, душа, поднимайся, на кларнете играть и трубе. И в пучину страшно кидаться, и для вам, как прежде шарше. И ведь приходит пора пробуждаться, даже очень уснувшей душе. Чуть ранее Николай Старченков. Память об этих авторах, их песнях и стихах. Я пройду
Акула была подготовлена специально к приезду почетного гостя на фестиваль. Но гость приехать не смог. А песня прочно вошла в репертуар, и на одном из фестивалей, встретившись с автором, участники ансамбля предложили совместное исполнение. Автор был не против, и все получилось. Андрей Козловский, «Акула». Если я буду жить еще, значит, я буду жить в воде. Если я буду жить в воде, стану акулой, и, может, тогда хоть иногда кто-нибудь подумает обо мне. Медленно плыть в чистой воде, медленно жить в чистой воде. Те, кто на суше и кто в глубине, помните обо мне. Вдоль австралийских берегов, прямо скользит мой серебряный плавник, будь осторожен, заметив его. Беспечность оставь материку, задумайся обо мне. Медленно плыть в чистой воде, которого далеко не каждый сможет исполнить, тем более сложно найти его песню для ансамбля. Но следующий номер прочно укрепился в репертуаре ансамбля «Камертон». В спектакле театра «Сатиры. Последний парад» это был номер всегда, который заканчивался ликованием зрительного зала. Со сцены театра песня звучала целиком, а на пластинке фирмы «Мелодия» был вырезан куплет про Абрама Федоровича Йоффе, академика отца советской физики. Владимир Высоцкий, «Утренняя гимнастика». Yeah.
спорте профилактика. Главное, какие регионы, это в Америке, в Корте, там заменит спорте профилактика. Пару разговаривать очень не надо, присчитайте, кто падает, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам деняться, обирайте, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам деняться, обирайте, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны, тут наблюдение.
Самому совершить путешествие и отыскать ту самую мелодию, которая найдет отклик в душе. Тогда нам с вами по пути. А лучший попутчик – это песня. Мы предлагаем вам спеть вместе с нами. Yeah.
Стойте, не куда-то ударите, девчонки. Дорогие друзья, теперь, пожалуйста, погромче, с криками браво. Спасибо огромное. Где бы вы ни были, куда бы вас ни забросила судьба, мы знаем, и вы знаете, что в центре России есть наш любимый город Омск. В Омске живут замечательные люди с добрым сердцем, с хорошим вкусом, и есть прекрасный ансамбль «Камертон», друзья. Ваши аплодисменты. Спасибо. До новых встреч. Всего вам доброго.